Приветики, с вами Лиз, и мы продолжаем играть Farm Together 2. Так что приятного тебе аппетита и приятного просмотра. Поехали развивать нашу ферму прекраснейшую. Что ж, у нас по заданию яблоня, грушевое дерево и морковь. А это у меня вроде лимон. Яблоки у меня вон как раз, а вот груши... А вот груш у меня, по-моему, кстати, и нету, слушай. По-моему, груш у меня-то и нет. Ага. Видишь, в наличии 21 яблок. А здесь нет, у меня нету груш. Этот момент мы с тобой пропустили в прошлой серии. Да, кто не знаком с этой игрушкой, это ферма. А еще она есть в кооперативе. Поэтому ты можешь играть в нее с друзьями, если тебе захочется. А почему она отличается по цвету? Почему оно отличается? Почему морковка сейчас отличается от картошки? Корзинка. Я не понимаю, почему. Ладно. Нам сначала нужны денежки и посадить деревья. Нам нужно сейчас будет грушу посадить, и надо подумать, куда бы ее посадить. Может, рядышком как раз-таки с яблоками? Давай-ка, давай-ка сразу с яблочками посадим рядышком. Так, у нас здесь получается влезет сколько? По две? По две? Ну, давай по две. По две грушки. Давай вот так вот. Раз грушки. И два грушки. И вот тут еще можно. А, нельзя, у меня денег нет. Нельзя, денег нет. Нельзя. Так, давай-ка сейчас быстро в город съездим. Продадим овощи, потому что у меня уже забит инвентарь получается. И надо бы продать. О, ты что-то хочешь от меня? Так, цветочная композиция. Нет, слушай, у меня таких цветов нет. Прости. Никак. Никак, мой дорогой друг. Да и уйди, друг мой дорогой. Дорогой такой молодой, но с бородой. Так, рыбка, рыбка, рыбка. Рыбку отдаю. Рыбочку я тебе отдаю. Кто ты у нас? Выпечка. Выпечка с любовью, понятно. А, кстати, кстати. А, мы тут еще можем что-либо покупать. Так, а что у тебя... Господи, а чего у тебя глаза красные? Здравствуйте, мне нужно есть здоровую пищу, чтобы поддерживать себя в форме. Идеальным вариантом было бы злаковые отруби. Есть ли у вас такие? Это, конечно, выгодно, но у меня их нет. У нее же глаза красные. Походу, она перезанималась спортом. 100%. Лучше к ней вообще не подходите. Она какая-то ненормальная. Так, где овощи? Вот, овощи-то я пропустила. На, забирай, у меня полным-полно овощей. Я могу тебя улучшить? Я... Когда соберу розы и заработаю 4К, я смогу улучшить тебя. Окей. Пошли на ферму. Давай соберу тогда розочки. У меня розочек вообще совершенно тут нет. Тюк. О, дружеская рука. А что это, у меня новое задание? Да, у меня новое задание. Совет Давилон организует благотворительную акцию для самых нуждающихся. Мы надеемся, что вы сможете снести свою лепту. Внести свою лепту. Лепту? Ну, давай внесу свою лепту. Так, мне все еще нужно грушевое дерево. Так, ромашечки давай соберу. У меня полно цветов. Понятно. А цветов полно. Что нам надо? Не хватает 100 бриллиантиков. Где ж я вам возьму 100 бриллиантов? Вы что? Уже грабят. Я только в игру зашла, меня уже грабят на 100 бриллиантов. Чтоб я дом построила. Чего я строю то? Ни в коем случае. Так, через 20 минут. Ё-моё. Упс. Да, переработать. Через 20 минут. Ёшкин, матрёшкин. Слушай, ну, прикольно, короче. Так, розы нужно собрать. А, ну, у меня столько роз нету. И какой салат? Какой-какой? Яблочный? Яблочный салат?
Вот какой-то салат. Вот, это яблочный салат? Его, что ли? Яблочный салат. Первый раз слышу. Какой-то яблочный салат. Я в шоке. Так, через сколько? Сколько? 35 минут. Фига долго как. О, а хрюшки у нас вообще отдыхают. Короче, понятно. Они в отрубе. Обожрались и все. Слегли. Ну, курицы так спят уже потихонечку. Реально. Нажрались и спят. Так. Тогда наши сегодня планы с тобой — это развитие фермы. Заданницы у нас сейчас встанут, получается. Значит, будем развивать ферму. У нас тут дел полно. Надо куриц куда-то переселить. Их слишком много, и они здесь, и там. Надо их в одно место соединить. Вот, отлично. Так, вот эту плантацию я убираю, нафиг. Я думаю, она сейчас мне здесь не понадобится. А, курицы, ну пусть тут будут. На самом деле, пусть они здесь останутся. Курочки эти. Так. Надо бы сейчас пойти тоже в город. Все сдать, что у нас имеется. Так, яблочный салат, ля-ля-ля, ля-ля-ля, это мне не надо, хорошо. Вот еще курочки. О, и вас соберу, и вас я соберу. Оп, хорошечно. О, как я вовремя, слушай, как я вовремя собрала. И за смены сезона я смогла еще раз собрать, прекрасно. Так, сюда мне нужно еще 100 бриллиантов. 100 бриллиантов. А, хорошо. Давай-ка отсюда куриц унесем. Пожалуй. Пожалуй, давай унесем куриц сюда. И вот туда, курица. И вот туда. А сюда я, наверное, какие-то цветочки посажу. У меня розочек очень мало. У меня 4 розочки. Надо бы побольше это дело сделать. Будет у меня побольше розочек. Так. Так, ребята. Ребята, у меня к вам гости новые. По совместительству они с вами будут жить. Так что выбора у вас нет. Радуйтесь. Чуть места не хватает. Ща. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Значит, это все просто перебазируем вот сюда. Вот так. Это сюда. Так, раз, два, три. 4, 5, 6. По красоте, чтобы все было, естественно. По красоте. Сейчас нужно будет заборчики им купить. А то курочки-то убегут. Убегут, 100%. Курочки, вам не холодно? А то зима наступила нынче. Вам не холодно, ребятки? Зайчики мои. Не холодно? Не холодно, да? Ну ладно, давай вот такие вот купим сейчас.
А, слушай, надо еще те забрать. Чего я вот это вот туплю? Надо еще те забрать. Нужно еще те заборы забрать. Давай я сейчас еще что-то посажу, что пока мы занимались нашей перестановочкой, у нас уже что-то да выросло. Так, давай что-то посадим, например, на 15 минут. Вот, давай морковочку посадим. Польем. И вырастет она у нас в итоге через 11 минут. Вот, хорошо. Вообще, было бы хорошо вот это вот разровнять, чтобы оно было на одном уровне высоты, и сделать большую-большую плантацию нашего огорода. Но это будет нам доступно не скоро, мне кажется. Там будет оно, но не скоро, к сожалению. Это дело. На каком хоть уровне? Ну, вот видишь, вот эти вот какие-то высотки, непонятно. Я не знаю, короче. Вот обычная земля, вот еще что-то. Терраформирование. Терраформирование, прекрасно. Ладно, так. Давай-ка я сейчас бегу в город, продам. Работаю. Заработаем бриллиантики. Что у нас тут? У нас здесь будет торговля яйцами этим всем. О, отлично! Кстати, у меня яиц просто как бы охренеть сколько. Да, давай. На. Ну, естественно, уже яиц у меня мало. Кстати, улучшить. Давай. Прекрасно. Прекрасно, у меня теперь ничего нету. Прекрасно. Хорошо. Улучшить могу. Кстати, могу улучшить. Угу. Позже, хорошо. Еще позже можно будет прийти. У тебя что? Так, это я могу. Это я тоже могу. Блин, я ж могла эти злаки ей дать вот этой сумасшедшей. Упс. Упс. Кстати, я все деньги потратила. Я, кстати, все деньги потратила. У меня денег нет. У меня денег нет. Что теперь делать? Не знаю, у меня теперь нет денег. Я теперь бомж. Угага. Угагашеньки. Оп. Отличненько. Так. 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 Чтобы побыстрее собрать. Уже хоп, видишь, 6 минут. Отлично. Так, все, давай-ка забор заберем. И курочкам его отправим. Так, вроде собрала. Поехали. Вот сюда реально можно будет цветочки насадить. И вот сюда даже цветочки. Здесь много места. Вот тут можно цветочки. Вот эти дорожки поменяла бы на как раз на деревянные. Они красиво смотрятся. Возле прудиков наших. Так. Давай. Подожди. Оп. Поставили. Оп. Поставили. Поставили.
Все, больше ничего нету. Так, ладно, давай заборчики ставить. За бриллиантики. Так, ну тут уже лучше вручную. Тут уже вручную. Тут такая уже работа пойдет. Так, сюда тогда мы дверку поставим. Красота. Так, вот. И дверочку. Вот. Оп. Нормуль. Все. И красиво, слушай, красиво ж? Красиво. Теперь красиво, уютно. Так, хорошо. Так, дальше. Им тоже можно сейчас будет это дело сделать. И вот эти можно сделать. Только, конечно, неровно, мне не нравится. Собирать неудобно будет, понимаешь? Собирать будет их неудобно, этих курочек. Хорошо, когда они стоят по клеточке из 6 клеточек. Ну, если ты понимаешь, о чем я, потому что это намного легче собирается. Вот. У нас же на тракторе мы собираем сколько? 3? 3 на 3, короче, собираем. Вот, все. Что еще объяснять? 3 на 3 у нас просто собирается, вот и все. Поэтому хорошо это сделать ровненько. Ой. Так, тогда давай вот эту дорожку. Да. Да. О. Так, давай-ка дверку им поставим. Вот так вот. Кстати, я хочу травушки. Ага, нет у меня травушки, у меня монеточек нет вообще, совершенно нет, прикольно. Прекрасно, монеток совершенно нет. Так, давай я пока просто окружу их заборчиком. Но, естественно, их будет больше, и вот тут мы еще это расширим. Больше купим, но сейчас мы это не сможем сделать. У нас нет мани. Совершенно нету мани. Новый уровень. О, мне дали 5 косариков. Спасибо. Так, тогда давай купим, докупим уже 2 курочки. А, мы можем собирать чечевицу. Чечевицу, что это такое? Вам нужно поднять салат до 15 уровня? Вот оно что, мне нужно поднять салат до 15 уровня. Блин. Что это? Кормушка. Увеличивает пищевой объем соседнего животноводческого поля. Надо бы, кстати, купить мельницу. Она нам будет давать каждый час по 5 этих. Хотя смысл на самом деле. Мы просто за это время урожай соберем. Это выгодно, когда кто-то играет на постоянной основе. Ну, каждый час заходить, по сути, и собирать. Но я тут захожу раз в несколько дней, и это бессмысленно, по сути. Я просто соберу 10 каких-то плантаций и продам. Всё. Это пока нет смысла мне покупать. Так, давай 2 курочки докуплю. Это было красиво. Вот так вот. А, накормить. А, у меня закончилось. Прикольно, хорошо. У меня закончилось это дело. Ладно. Так, давай-ка я... Нет, давай, может, высокую траву? Она и дешевле. Вот, давай высокую, смысл. Переплачивать, она все равно низкой стала. Красиво, красиво. Не хочу я здесь пустыню уметь. Пустыню мы где-то в другом месте сделаем. Но не здесь, не здесь, не здесь. Так, это есть у нас.
Так, свиночки. Свиночки, мои дорогие. Вам тоже пора сделать загончик. Как-то покрасивее. А то ужас какой-то стрёмный. Так, давай-ка вот так вот. Вот так вот. О, все, в отрубе. Отрубились. Отрубились наши свинки. Кстати, мы одновременно можем, если что, соединять животных разных видов. Потому что и свинки тоже будут разного вида, вот как курицы. Мы их можем совмещать все в один загон. И все. И будет и красиво, я тебе скажу так. Ну, путаться мы не будем, и будут кормиться они одновременно, получается. Просто я вижу, тут очень много места, для этих свинок будет слишком много. И, значит, их будет несколько видов. Курочки, ну, будут раздельно. Вот. Так. Так. Что у нас тут есть? Что у нас тут? Что мы тут имеем? Я думаю... О, морковочка. Морковочка собралась. И надо будет тогда сейчас салат посадить. Надо сейчас салатик посадить. Добить до 15 уровня, чтобы выполнить салат. Яблочный салат. Я в шоке. Блин, как красиво он фонарики светит. Надо, блин, такие заборчики, что ли, покупать. А, нет, нам должны открыться фонарики, кстати. Давайте. Нам должны открыться фонарики. Нам должны открыться фонарики. Груши, груши, груши. Вы созрели? Не созрели. Не созрели, к сожалению. Так, что отсюда? О, он уже пополнился. Быстро он, кстати, пополняется. Хорошая штучка, мне нравится. Так, это я оставлю напоследок, потому что оно очень много занимает. Моих бриллиантиков. Так, розочки я отсюда уношу. Розочки я уношу отсюда. Розочки у меня будут в каком-то другом месте стоять. Может быть, вот здесь как раз. Почему бы и нет? Красиво же будет, красиво. Так, тогда я вот тебя возьму. И вот перенесу, например, вот сюда. Рядышком, чтобы было. Вот. А цветочки у нас сколько стоят? Цветочки у нас стоят 180. Это нормально. Вот это очень красивые цветочки. Хотя бы вот так. Хотя бы вот так, на самом деле. Это уже побольше. Так, и оттуда давай заберем ромашки. Там все, собрали. Поехали. О, можно их реально вот тут. Вот тут ромашечки. А, здесь по одной влезает. Блин, я думала по две. Но если убрать тропинку... Получится. Ну ладно, давай вот здесь поле ромашек. Ромашковое поле. Все, нормально, красиво. Так, давай-ка я красоты сажу. О, позрело это все. Позрело, прекрасно, позрело-то. Можно собирать. Красота ляпота. Так, грушевое дерево. О, как раз сейчас выполним задание. О, да. Опачки. Так, роза, кстати, 20 штук. И яблочный салат тоже. А, нет, это дружеская. Стоп. Вот, таинственное исследование. Исследовательский институт Барадур запрашивает ряд ингредиентов, чтобы провести с ними таинственные исследования. Зная их, лучше не задавать вопросы. Интересно, что же это за исследования такие? Так, нам нужно рыба-клоун. 10. Желтая рыба-клоун и морковочка. Мы только что забрали морковку!
Так, желтая рыба клоун. Вот она. Отлично. Морковка, кстати. Надеюсь, тут есть. Ай, не хватит. Господи, не хватило. Ладно, давай досадим морковки. Почему он открепляется? Закрепить. Пусть она будет два висеть. Вот. Так, это я посадила, морковка. Все. Так, теперь мне надо посадить обычный салат. Чтобы дойти до уровня 15 и садить уже яблочный салат. Да вон что они придумали. Не получишь ты эксклюзивный салат, пока не научишься обращаться с нормальным салатом. Понятно. О, цветы полить можно. Мы потом с них соберем много. Оп. Оп. Готово. Кстати, лимончик давай соберем. Нам нужна морковочка. Посадили рыба-клоун. Рыба-клоун. Ага, сейчас соберем. И роза. Роза 20 штук. Это много. Это много. Нам надо еще посадить нечто розу. Это сделали. Так, кого-то еще можем собрать? М-м-м. Нам еще надо какую-то пшеницу будет посадить, чтобы их кормить. Ладно. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Может вот здесь вот сделать поле небольшое. Посадить вот эту культуру. Давай так и сделаю. Я просто все равно не знаю, чем здесь занять это пространство. Я ничего сюда не хочу совать. Я хочу здесь плантацию. Обычную. Обычную плантацию. Пусть будет вот так, значит. Здесь я посажу чисто для наших животных корм. Им же надо что-то кушать. Вот, пусть будет кукурузка здесь пока. Так, салатик, ты и без меня вырастешь 5 минут. У нас вроде есть 5 минут. Так, нам надо бы розочек побольше. Нам надо заправиться. У меня вообще нету топлива. Так, и давай купим розочки. Ну, и что мы сможем, конечно, купить там. Да. Нормально, по кошельку нашему ударяет. Очень нормально-то. Так, пошли в город. Так, что у нас тут? О, я могу достаточно всего продать. Угу. Так. Угу, угу, угу. Спасибо. Так. А я продала, к сожалению. Все. Так, у тебя тут что? Угу, ничего у меня тут нету. Так, что там дальше я смогу, кстати, покупать? Ничего, на 12 уровне. Не, окей. Так, ну вроде все. Вроде по всем прошлась. Или нет? Вот, по тебе яйца ж. Яйца и помидоры какие-то, сыр. Ладно, все. Теперь у нас много бриллиантов. Мы с тобой можем сейчас сделать построечку дом. Не хватает 25 рыб. Да кто же знал, что тебе еще рыбы нужны? 25 рыб, 25 салата, 25 овощей, 25 яблок. Ёперный балет. Кто знал? Кто знал, что вам столько всего надо? Ай.
Я вот думаю, что здесь придумать? Перчик. Это не надо, это явно не надо. Интересная дорожка. Это интересная дорожка. Давай ее поставлю, я хочу посмотреть, как, что она из себя представляет. Блин, прикольная, слушай. А если вместо вот этой посмотреть, как она будет смотреться? О, слушай, прикольная. Прикольная, мне нравится. Чисто из камушков. Прикольненько. Так. Сюда чисто, если ее добавить, норм. Ну, норм, будет прикольно. Просто мне не нравится переход. Это придется полностью всю дорогу закладывать вот этой дорожкой. Блин, это слишком будет дорого. 100%. А тут все, больше нету дорожек. В той игре было в первой части дофига разных дорожек. Как-то, ну, чё, как-то, ну, такой сейчас. Так, свинки есть, свинки есть. Можно сразу расширить, а можно, ладно, пусть оставить. О, курочки. Да сколько тут курочек. Покормить не можем, не можем мы с тобой покормить их. Блин, 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 блин. Так, может сюда пальмы? А, не, здесь рыба. Я думала уже сюда пальмы переставить. Было бы как-то получше смотрелось. Ладно. Ладненько. Блин. 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 Блинский. Блин, блинский. Дорожки. Это если менять, то менять все. И не особо-то не хочу менять прям все. Вот это с фонариками штучки классные. А, нет, фонарики только вон там, на входе. Обидненько. Видишь, фонарики только на входе. А где тогда можно фонарики еще добыть? Раньше же были фонарики, можно было ставить разные фонарики. Сейчас этого нету. А сейчас этого, походу, нету. Окей. О. Давай что-то наводить красивое, типа. Давай. Пока у нас там салатик растет, так сказать. Давай что-то красивенькое сделаем как-то. Хоть как-то. Смотрится уже как-то так, знаешь, дорого, красиво. Дорого, красиво смотрится. Так, вот это вот так вот сделаем. Оп. Оп. Красиво? Как по мне, очень красиво, уютно. Мне очень нравится. О. 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 Ну, фонарики, чтобы были, понимаешь, чтобы были фонарики, вот. Красиво. Вот так тоже оградим. Ага, это уже не поставить. Все. Все. Двигаться. Все, ничего не поставить туда больше. Так.
Как здесь сделать? А как здесь сделать красиво? А как здесь сделать красиво? Тут же как бы не, ну, не поставить. Ну, как бы не поставить. А как это сделать красиво? А как красиво сделать-то? Как красиво-то сделать, а? Как это сделать красиво? Так, ладно, ну слушай, чуть-чуть мы сделали красиво. О, посмотри, как теперь реально красиво. Так, вот это вот сено, перекати поле, блин. Тут реально деть. Мешается, капец. Боже, пусть здесь стоит. Нет. Нет. Пусть вот тут стоит. Вот. И не мешается. Пусть даже не мешается мне. Так, давай-ка еще здесь, может, доставим заборчик. Так, а здесь надо заборчик ставить, я думаю. Может, чисто домик окружить? Красиво было. Давай чисто домик окружим, чтобы было красиво. Идти. О, салатик можно собирать, отлично. Надеюсь, сейчас мы апнем 15 уровень этого салата. Нет, походу не апнем. Там всего только 9. О, задание выполнили. Отлично. Не, мы сейчас только 10 апнем, слушай, пипец. О, 10 апнем. Ладно, дальше у нас корпоративный ужин. 10 томата. 10 томата надо посадить. Так, давай. Томатики. А, чё их? Чё я их поливаю? Мы же уже заканчивать сейчас будем. Всё. Томата хватит, и дальше нам надо садить вот эту. Салатик. Ладно, нет, не будем садить его дальше. Давай другую посадим, то что долго растет. Вот 2 часа что-то. Растет чечевицу, давай. И все. А, и все, денег нету. Денег нету, представляешь? Ладно, все, я думаю, на этом мы с тобой приостановимся. У нас ни денег, ни бриллиантов, ничего нету. Я по максимуму все потратила. Вроде навели чуть-чуть красоты. Вроде как красиво. Вроде как. Это пока на данный момент. Дальше нам просто нужны денежки, чтобы сюда рыбки докупить, дорожки поменять. Я не знаю, какие-то мне не нравятся эти дорожки. Хочется другие, но это очень много бриллиантов идет. Дальше здесь нам надо докупить свинок. Эх, много чего надо, поэтому будем продолжать развиваться. Так что все, спасибо тебе за просмотр, за твои лайкосы, комментарии, подсказочки. Не забудь нажать на колокольчик и подписаться. Все, все ссылочки все в описании канала, и всем пока-пока.